Я обожаю водить автомобили. Я даже зарабатывала тем, что была за рулем. Я работала в первом женском такси в городе Владивостоке. Когда я за рулем, я могу строить какие-то планы. Я уже вижу какие-то свои шаги на много дней вперед. И, наверное, поэтому я выбрала сетевой бизнес как основную свою деятельность, потому что это тоже мне дает свободу. Так как я давно в сетевом бизнесе, я понимаю, что достойные деньги можно заработать только если компания предлагает хороший маркетинг-план. Именно поэтому я тщательно изучила маркетинг APL, проанализировала, поняла, что более щедрого, идеального и денежного маркетинга я еще не видела. В Владивостоке много замечательных ресторанов. Но именно этот ресторан вызывает у меня очень теплые чувства, и я люблю сюда приходить, потому что 5 лет назад именно в этом ресторане, именно за этим столиком мы познакомились и очень тепло пообщались с Сергеем Сергеевичем Куликовым. На тот момент сетевой бизнес для меня был уже достаточно знакомым делом, потому что уже много лет я занималась им, я была в нескольких компаниях, но находилась в постоянном поиске. Меня что-то в тех компаниях не устраивало. То ли маркетинг это был, то ли это было руководство, или какое-то отношение. И Сергей Сергеевич, конечно, произвел на меня впечатление. И, в общем-то, именно после встречи с ним я приняла окончательное решение быть в этой компании. В один момент я поняла, что в Приморском крае мне стало тесно строить бизнес, потому что на весь наш Приморский край у нас всего 3 города – Владивосток, Находка и Уссурийск. И поэтому наша команда сейчас далеко за пределами Приморского края и Дальнего Востока. Это и Сибирь, это и Камчатка, это и Сахалин, и Узбекистан, Европа, Америка. Наш бизнес не знает границ. Для меня завоевать новый город – это просто азарт. Сначала, конечно, начинается все с подготовки. Если я намечаю какой-то город, я ищу там либо по соцсетям, либо по своим записным книжкам какие-то контакты, списываюсь с человеком, созваниваюсь, и потом уже туда поезжаю. Так было с Камчаткой, с Краснодаром, с Уссурийском, с Хабаровском и еще со множеством городов. Я поезжала и завоевывала город с нуля. Это не сложно, это интересно, ведь в компании для этого есть все инструменты. Это сможет каждый. Главное – следовать системе и иметь жгучее желание. Благодаря своему доходу в компании APL я много путешествую. Например, сейчас я в Китае, на Великой Китайской стене. Но путешествие, которое организует для нас компания – это вообще отдельная история. Я обожаю бывать на Golden People, на дне рождения президента. Это всегда невероятная роскошь, это великолепный отдых, это приключение. Эмоции, которые я испытала на летней академии в Майами, до сих пор меня будоражат и вдохновляют на новые достижения. Я очень люблю наши круизы, это всегда сказочно, это всегда волшебно, но вот круиз из Кубы был для меня очень запоминающимся, потому что на нем со мной вместе были 2 моих сына. Промоушены на события в нашей компании настолько просты, что их могут сделать даже партнеры в невысоких квалификациях. Вот, например, как это сделали мои дети. Благодаря APL мы насладились круизом всей семьей, что особенно ценно для всех для нас. Дети на Новый год подарили мне вот такую интерактивную карту. И если я где-то бываю, приезжаю с новой страны, с нового города, я тут же стираю монеточкой это место, и видно, что я была еще и там. Вот, конечно, у меня карта двоякое чувство вызывает, потому что смотришь, еще так мало мест, которые стерты. С другой стороны, так много еще можно поездить.
Я очень рад и поддерживаю маму, что она занимается в сетевом бизнесе, потому что она не сидит дома, она постоянно где-то путешествует, уже третий паспорт буквально вот сменила, все у нее в визах, там все в печатях вот, от путешествий. И хочется, конечно, напоследок сказать, что поддерживайте своих родителей во всех начинаниях, особенно если они хотят заниматься бизнесом, сетевым бизнесом, потому что это действительно круто, это много возможностей, много всего классного, много людей, знакомых, стран. Я сейчас в Пекине, и сейчас, вот только буквально несколько минут назад, сын купил мне новый iPhone. Это iPhone 11, я еще не успела с ним разобраться, и я просто вот счастлива, потому что есть такая возможность бывать в разных местах, есть возможность делать подарки, получать дорогие подарки, и я всем желаю такой же жизни. Мам, сетевым это круто. Это очень круто, это масса всевозможных эмоций, новые страны, новые континенты, куча подарков. Я очень люблю делать моим родным дорогие подарки, и мне позволяет это мой чек, моя зарплата. Я иду уже и выбираю то, что нравится мне, а не смотрю, какая там цена. Так как у меня-то и внучки, и все девушки любят золото, я стараюсь на дне рождения своим внучкам доить именно золото. Мама для нас мощный мотиватор, потому что когда она приезжает с разных стран и начинает это все рассказывать, это вдохновляюще. И хочется тоже по ее стопам, по всем странам, знакомиться с разными людьми и вообще прям классно так проводить время. Уже 4 года я на пенсии. И представить себя, да, наверное, и дети меня не могут представить, чтобы я отвязала носочки, чулочки. Пироги я пеку, дети мои пироги очень любят. И, в общем-то, у нас такие моменты бывают. Примерно половину года я нахожусь в Владивостоке, другую половину где-то по каким-то странам мира. Поэтому, конечно, дети понимают, дети знают, что бабушка работает, что бабушка, ну, я у них, наверное, праздничная бабушка больше. Я очень люблю наш продукт. Утро у меня начинается с кофе американо, в течение дня либо слайд, либо норм, хард, да все, всю линейку мы кушаем, и вся моя большая семья тоже продукт наш любит. Благодаря компании APL у меня стерлись все границы, в том числе и географические. Я не успеваю мечтать и придумывать новые мечты, потому что они сбываются практически мгновенно, и нужно уже напрягаться, чтобы придумать какие-то новые желания, хотелки, мечтания. Жизнь удивительна. Я обожаю свою работу за то, что я постоянно в движении, я постоянно в каких-то новых местах. У меня динамичная жизнь, я знакомлюсь с новыми людьми, я с ними дружу, встречаюсь, и это классно. Я развиваюсь, я постоянно обучаюсь, и наша жизнь в стиле Go – это вообще просто супер. Если вам близок мой образ жизни и вы хотите вместе со мной покорять города и страны, я приглашаю вас в свою команду.